В руках у меня приманка под названием «Джокер», необычной формы, ручная работа от мастера Александра, Украина, город Запорожье. Координаты автора в описании под видео. Приманка с моим никнеймом, побитая, покусанная, очень хорошо себя зарекомендовала по трофейной щуке в большом водоеме по горячей воде. Есть. Возле самой лодки, видишь, круг? Угу. Ох, вот ох, крокодил. Не-не-не, я руками возьму, не ссы. Я все беру большой, беру все руками. Хорошая. Крокодилище. О! Смотри. И весь джекбейт во рту, и поводку хана. При, можно сказать, ну, средней практически активности солнца. Вот. Приманка не имеет своей игры. Приманка, как вы видите, без лопаты. Соответственно, приманке игру и заглубление нужно задавать самому. Приманка длиной 10 сантиметров, вес 33 грамма. То есть, в принципе, под него подойдут даже небольшие снасти, скажем так, не сильно мощные. Можно даже лайтовые. Вот, для того, чтобы попробовать и понять, что это вообще за приманка. С этой приманкой совершенно другое ощущение в ловле щуки. Приманка, над которой нужно все время думать. Ну, вообще джеркбейты. Джеркбейты, пулбейты. То есть нужно мысленно все время быть с приманкой. Потому что ему нужно задавать и игру, и заглубление. И процесс ловли переключается немного на другой уровень. Не такой, когда вы подходите, просто стоите, бросаете и мотаете катушкой. Приманка тонущая. Я бы сказал, медленно тонущая. Когда тонет, переваливается немного боками. Ну, для джерикбейтов роллинг не нужен, я об этом рассказывал. Щука на это не реагирует. Ну, если и реагирует, то не так, как на воблерах минул. Вот. У джерикбейтов больше другое назначение. Джерикбейты, они больше провоцируют крупную щуку, трофейную щуку. Вот, поэтому приманка очень интересная. Игру задаем следующим образом. Легкими ударчиками по приманке и подмоткой катушки. Приманка начинает оживать. И так как это джеркбейт, у которого более вытянутая форма, но при этом он узкий, и довольно-таки, ну, в принципе, по ширине он объемный. Он очень хорошо провоцирует трофейную щуку. Но ловить он будет не во всех водоемах. Вот, смотрите мои ролики на втором канале с рыбалками, с этим джеркбейтом. Это очень интересно. Спасибо всем за просмотр. Спасибо мастеру Александру.